однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел. Был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворост и воз. Пришествуя важно, спокойствие и чином, лошадку ведет под усы мужичок. В больших сапогах, полушубки овчина, в больших рукавицах, а сам с ноготок. Здорово, парнище! Ступай себе, Бима. Уж больно ты грозен, как я погляжу. Откуда дровишки? Из леса везти бы. Отец, слышишь, рубит, а я отвожу. В лесу раздавался топор дровосека. А что, у отца-то большая семья? Семья-то большая, да два человека всего лучком. Отец мой, да я. Так вот оно что. А как звать тебя? Власом. А какой тебе годик? 6-й миновал. Ну, мертвая! Крикнул малютушка басом, рванул под усы и быстрее зашагал.